11 августа в зале районной администрации прошла очередная сессия Совета муниципального образования «Северский район». Первым на повестке дня стоял вопрос о внесении изменений в решении Совета о местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Также депутаты рассмотрели вопрос об утверждении перечня свободных земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. 29 июня 2021 года в ходе проведения комиссии по распределению земельных участков осталось невостребованными 55 участков. В соответствии с статьей 7 закона Краснодарского края номер 3085 КЗ необходимо утвердить новый перечень и провести комиссию по распределению земельных участков. В связи с чем администрация муниципального образования предлагает принять решение Совета об утверждении перечня свободных земельных участков для предоставления граждан, имеющих трех и более детей. Кроме того, депутаты обсудили изменения правил землепользования и застройки станицы Сиверской, списание средств детского сада поселка Афипского, внесение изменений в решение Совета и другие вопросы.